В дискуссии приняли участие вице-премьер Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, министр экономического развития и финансов Алексей Улюкаев и Антон Силуанов, депутаты Госдумы свыше 40 губернаторов, в том числе и глава Краснодарского края Александр Ткачев. Бессменный модератор делового завтрака, председатель правления Сбербанка Герман Греф предложил собравшимся проголосовать за один из трех сценариев дальнейшего экономического развития России – мобилизационной экономики, агрессивного стимулирования или повышения эффективности госрасходов. Уважаемые коллеги, это очень интересно. 70% за вариант резкого повышения эффективности. Министр экономического развития Алексей Улюкаев и министр финансов Антон Силуанов в своих выступлениях декларировали сбалансированный госбюджет даже в условиях профицита и геополитических шоков за счет перераспределения средств. Сбалансированный бюджет, который сводится без дефицита, но в котором доля расходов на экономику, образование, здравоохранение, культуру в 3 раза меньше, чем расходы на оборону, безопасность и трансфер пенсионному фонду, я не могу назвать такой бюджет сбалансированным. Это абсолютный дисбаланс. Здесь должно быть агрессивное повышение эффективности. Но по-другому просто никак нельзя. Нужен строгий, жесткий аудит расходов, всех расходов, от которых очень, как показывает практика, сложно отказаться. Огромные трансферты пенсионному фонду, пенсионной системе, надо их сокращать. И эти средства как раз наш источник для инфраструктуры. Губернатор Кубани Александр Ткачев комментировал ход жаркой дискуссии в режиме онлайн в своем твиттере. Глава региона поддержал тех спикеров, которые говорили о том, что каждый из израсходованный рубль из госбюджета должен быть обоснован, но социальные гарантии необходимо сохранить. Кроме того, в личном твиттере глава Краснодарского края согласился с большинством выступающих и отметил, что несмотря на то, что Россия вступает в следующий год со сложным бюджетом, необходимо выращивать внутреннего инвестора, а заработанные деньги должны быть вложены непосредственно в экономику своего государства, считает Александр Ткачев. Игорь Кыр, телекомпания ФКТ.